көрсету деп. Және Томасовпен бірге 2-1 Батэні қорғаушысы қалып қояды өз алаңында. Ну, это ровно то, о чем я и говорил. Марин Томасов – это главная ударная сила. 70% мячей Астаны забивается в этом сезоне при его участии. Yeah. Это потрясающая статистика. Тигуренцев, Томасов как пас, вверх горит торта, Жанни Уорта дала Вилинку в арбане, Томасов! Если Бердинуль Астана, Жанна Уорта, Жанна Уорта, Жанна Уорта, Жанна Уорта, Астана Арена, да, не все вошелся. Перевед полный автора, Гидар Марин. Томасов, друзья, первый момент, по сути, у Астаны и был. Посмотрите, как отправляется мяч Сигурьонсу. Ну и как Томасов смещается, уходит от нескольких защитников и буквально разрывает оборону Батэ. Вот, друзья, индивидуальное качество, мастерство решает исход эпизодов. То, о чем говорил в отношении Стасевича, работает в отношении Томасова. Смотрим, ушел от одного, ушел от Волкова, а потом, ну это просто роскошь, это один из лучших голов вообще.